Итак, мы начинаем гоночный день. Все, расставились, приехали пацаны, которые мне сегодня уже будут 100% помогать, потому что Сашок вчера разрывался на две тачки. Сегодня я выспался, настроение хорошее. Сейчас ставим коллектор, брифингуемся и погнали. Как вы уже видели, знаете, мы опробуем сейчас новую систему информирования вас всех. И только что провели долгий час. Так, ну что, у нас начинается тренировка. Сейчас я подключу датчики ЕГТ. Привет. Подключу датчики ЕГТ, переодеваюсь и едем в сегодняшнюю тренировку. Коллектор пацаны поставили. Все гуд. Все гуд? Все гуд. Стоим мы на накопителе, на стартовом. Ваня Никулин там что-то жестко убрался. Дал угла, братан, братан. И вот мы стоим, ждем. Она не перевернулась. Так, какого бы вам еще рыбачного читануть, пока есть возможность? А, поменяли пару. Благодаря тому, что Винтерс у нас, как вы знаете, мы меняем пары очень быстро. Поставили первый раз за сезон более короткое передаточное соотношение, чтобы на четвертый везде ехать идеально. Ну что, проехали мы 4 попытки. Очень бодро все едет, все нормально. Сейчас прикатываюсь. Вот резина, собственно говоря, изношена. Леха заправляется вот таким вот прибором электрическим. Да, я готов. Алина Загорулина сделала мне крутейшую джинсовку, передала. И сейчас я вам покажу по моему эксклюзивному, как говорится, она спросила, что ты хочешь нарисовать, и я сейчас вам покажу, что я захотел. Короче, ребята, вот так это упаковано все. Сейчас мы это все развяжем. Быстро развязать это не получится, поэтому мы разрываем. Оп, оп. Стирка, как стирать, как гладить. Ух, носка, носка. И вот эта джинсовка вручную открашенная, значит, с роботами-самураями из фильма «Запрещенный прием». Это один из моих любимых фильмов. И когда Алина спросила, что тебе нарисовать, я говорю, нарисуй вот этих самураев. Вот так это получилось и вот так это выглядит. А вот здесь написано японскими иероглифами главный принцип японских самураев – лучше смерть, чем позор. Поэтому, в общем, вот такая вот у нас джинсовка. Теперь спасибо Алине огромное. Так как я твой личный тестер канард, сплиттеров, диффузоров на дрифте, вот я тебе рассказываю. На скорости 160 разрывается подложка канард боковых. Вот, надо укреплять. Хорошо, когда у тебя на машине стоит единственная запчасть от Nissan, и рядом есть форвард. Ступичный подшипник у нас умер. Сейчас мы его пошли, взяли форвард новый. Пацаны? Серега, ты посмотри, что тут творится. РДС без кабы. Как СКС без бабы. Тут пацаны, видишь, нормально, приехали. Да. Вернись, каба. Мы скучаем. Ребята, квалификация началась. Сейчас ссылку прикреплю вот сюда. Можно ее свайпнуть и пройти сразу на квалу. Мы едем в третьей группе. Сейчас только начала ехать первая. Увидимся на квале. Мы сидим на брифинге вот с Петровичем, смотрим табличку. А в табличке вот такой расклад. Никита Шиков, Андрей Писега, Маргарита Сареграс, Антон Дубовик. Первый трекинг-поинт взят. Тут такое дело, помните, Тихон вчера откинулся. В общем, пацаны его так по-дрифтерски похоронили. И вот из зиптая сделали крест. Тихон, братан, ты, короче, был нормальный чувак. Прости нас, если что не так. Ёпта. Короче, Коча, как обычно, красавчик. Вечером замутил плов на всех вообще, на всю банду. И мы все вот кушаем, и нам вкусно, сытно и весело. Галерея почетных гостей. Кто же у нас тут? Это князь девственности. О, женщина с цветами, классно. О, парень в футболке, прикольно. Толстяк с девчонками. О, школьная рок-группа,
и молодой Дмитрий Маликов. Прикольно. О, вот этого парня я знаю. Я смотрел с ним кино. Посмотрите, как она рада, что сфоткалась с Алексеем Паниным. Это ведь такой почетный гость. Не набил морду, да и ладно. А это кто? Похоже на нашу завхозу Елену Петровну. Поэтому, как видите, в этой гостинице отдыхало очень много почетных людей. И вместо того, чтобы сделать лифтолук, я вам снимаю лифтосторис. 4-й этаж.